Всем привет! Сегодня я проездом нахожусь в городе Пумала. Это восточная Финляндия. Город маленький, население, насколько я не ошибаюсь, около 2500. Маленький город с большой церковью. Вот это вот центральная улица. Такая дорожка поднимается наверх. Дома, большая церковь, очень красивый вид с моста, на котором я стою. Мы слышим пение птичек, вот такие вот дома. Дорога до Пумалы такая старенькая, но интересная и очень-очень красивый вид. Вот такой вот вам кусочек города Пумала в Финляндии. Честно говоря, мало что знаю про этот город. Да я думаю, что и сами финны не сильно про него много чего знают. Обычный, простой, маленький городок в Финляндии. Маленький город с большой церковью. Вот такой вот мы видим мост. И вот такой вот мы видим лифт, чтобы подняться на мост. Могу немножечко так даже пройтись, прочувствовать город, показать вам лифт. Кстати, в Финляндии очень распространено вот такие вот лифты на мостах и ставят их во многих городах. Раньше не было таких лифтов, но потом лифт поставили. Народ активно этими лифтами пользуется. Не только инвалиды, но и люди с собачками. И просто гуляющие люди, такие как я, гуляющие по мосту. Машин в городе немного. Народу на улицах практически никого нету. Тишина, спокойствие. Вот такие вот яхты, или, как сказать, лодки. Вот. Ну, сейчас проедемся на лифте с моста вниз. В принципе, вот это вся. Вот вам и Пумала. Маленький, симпатичный город Финляндии. Дверь автоматически у нас открывается. А, кстати, вот с этой стороны очень хорошо видно церковь, вот эту вот главную улицу, которая улица идет наверх. И вот такой вот симпатичный и, я бы сказала, очень даже большой лифт. И мы едем вниз. Практически бесшумно. Наверное, это самая такая красивая точка в этом городе. Автоматически дверька снова открылась, что очень так приятно и удобно. Вот такой вот центр, что-то, Пумала, вот такой вот знак, похож на прямо с кроссовок, ну не знаю, связано или нет, надо уточнить. В общем, такой привет из маленького города Пумала.